Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 2 февраля 2024 года. По просьбе друзей и подписчиков нашего канала показываю изюминку, как у нее дела. Изюминка пока стоит к нам попой в конце кровати. Чуть позже подойдет, покажу ее поближе. И заодно расскажу про Кармен и Кассиопею. Ребята, вот видеокамера искажает окрасы. Это черного окраса щенки. Девочки черные с белыми отметинами. Кармен и Кассиопея. Стоимость каждой из этих девочек 50 тысяч рублей. И 7 февраля им исполнится 3 месяца. Поедут на вторую заключительную прививку. И после карантина будут готовы к переезду в новый дом. А также с ними играет Лагерта, который 4 февраля исполнится 2 месяца. И она поедет на первую прививку-актировку. Стоимость Лагерты 80 тысяч рублей. Она тоже черная с белыми отметинами. И наша изюминка прячется за компьютером. Сейчас, как только она появится, я расскажу подробнее про изюминку. Изюминка черная с белым, длинношерстная девочка чихуа, которой 8 февраля исполнится 5 месяцев. Изюминка рождена у нас 8 сентября 2023 года. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь 4, ну и 8 февраля 5. Вес изюминки, Зюма, ты покажите вообще, а вот она у нас. Вес изюминки на сегодняшний день 1,7 кг. Так, Зюма, мы сейчас в линьке в силу возраста. Шерсть поэтому у нас смотрится как бы не длинношерстная совсем. Но при этом для этого возраста это нормально. Юми! Взяла, тяпнула Лагерту. Так. Юми! Это сранка какая. Так. Значит, что у нас? Растут собаки чихуа. Я Лагерту убираю, она самая младшая. Но вы уже, наверное, успели заметить, что она по размеру уже в свои неполных 2 месяца практически такая же, как Кармен и Кассиопея, которым вот уже вот-вот на днях будет 3 месяца. Так, сейчас я попробую уговорить. Я, наверное, сейчас вот этих двух бандиток отсюда тоже убрать. Я даже не знаю, как лучше, чтобы никто у меня не упал. Мы на кровати, чтобы хоть как-то показать. Так, я хотела, собственно говоря, показать Дусю и изюминку рядом. Дуся у нас взрослая собачка. Можно сказать, даже старенькая, потому что Дусе скоро 13 лет. Ой, 12, извините. Так, и Дуся у нас не крупная собачка, породы чихуа по размеру. По весу сейчас она у нас старенькая, поэтому толстенькая, она кастрированная. Но при этом я хочу сейчас, наверное, уберу вот этих двух малышек, чтобы не уронить их с кровати. Так, изюминка полезла в террариум к хомякам. Сейчас она останется у меня на кровати одна. Я попробую показать ее по размеру, по соотношению к Дусе. Дусь, давай, пожалуйста, вот сюда ляг. Вот сюда ляг. Тебе же не все равно, где лежать. Вот, смотрите, изюмка, который растут собаки породы чихуа в холке в высоту до 6. Так, у меня тут подсветка, простите, иначе я вам вообще никак ничего не покажу. Поэтому и ставлю их сюда на кровать, чтобы подсветка хоть какое-то качество видео получить. Значит, через месяц, можно так сказать, изюминка перестанет расти в размере, увеличиваться. Вес собачки породы чихуа могут прибавлять на протяжении всей жизни, потому что они, как и люди, с возрастом полнеют, вы же понимаете. Дуська тоже у нас весила 1,8 кг. Изюма! Изюмка стоит 150 тысяч рублей. Она по размеру меньше Дуськи, мне просто их не сравнить. Да куси ты ее уже! Весит 1,7 кг, то есть, в принципе, я думаю, что эта собака будет весить до 2 кг во взрослом возрасте.
если она не растолстеет. Изюм, ну хоть как-то покажись, а. Я могу ее назвать мини-собакой с таким хорошим мини-весом и размером для долгой и счастливой жизни, потому что я неоднократно уже рассказывала, но, наверное, сейчас стоит об этом указать и повторить, так как девчонки Кармена Кассиопея тоже достаточно некрупные, это видно по размеру, по соотношению даже к Лагерте, которая намного их младше. Хочу повторить о том, что все почему-то стремятся купить маленькую собачку как игрушку, маленького веса и размера, я имею в виду, чтобы ее было легко таскать на ручках. Но на самом деле, по, скажем так, в природе такого не бывает, чтобы маленькая, в маленьком теле было все, как бы, понимаете, органы, внутренние органы животного не могут быть, не бывают маленького размера. И если у собаки маленькое тело, и оно не растет, а внутренние органы, скажем так, продолжают расти, то, соответственно, в маленьком теле этим органам полноценно работать и развиваться негде. Отсюда начинаются разнообразные проблемы по здоровью. И отсюда как раз-таки среднестатистический средний возраст собачек маленького размера, маленького веса гораздо меньше, чем у собак стандартного размера и веса. Это я про породу чихуа, в которой вес от 1,5 кг и больше является вполне себе, скажем, нормальным, жизнеспособные животные, скажем прямо. Все, что меньше 1,5, уже относится к гипермаленьким, карликовым. И покупая такую собачку ради игрушки, ради баловства, поносить ее на ручках, вы имеете шанс приобрести собачку с букетом разнообразных заболеваний, связанных с ее как раз-таки маленьким весом и размером, так как в маленьком теле ее внутренние органы не смогут нормально работать, и продолжительность жизни такой собачки как повезет, так называемая. Собачка как Юми, несмотря на свой маленький размер и вес, уже вполне себе нормально для породы чихуа. По стандарту породы на выставках допускается от 1,5 до 3 кг собачка. Те, которые 2,5-3, могут участвовать в разведении. Те, которые до 2, в разведении не участвуют, потому что выносить беременность и родить такая собачка не сможет. Она сможет погибнуть до родов, во время вынашивания беременности, или при родах, или при кесареве. Течение, через которое обычно пытаются спасать таких маленьких щенков. Опять-таки повторяю, вес, размер собачки породы чихуа совсем никак не зависит от размера и веса ее родителей. Никто специально собачек гипермаленького размера породы чихуа не выводит и не разводит. Они, к сожалению, рождаются от собачек абсолютно нормального размера. И с чем это связано? Тут много разнообразных причин. Это может быть и отсутствие или нарушение развития внутриутробного. Это могут быть и отсутствие или недостаток гормона роста. Тут, в общем-то, все сводится к тому, что гиперкарликовость не может быть нормой, не является, скажем, гарантии какого-то здоровья и долголетия вашего питомца, и выбор тут уже за вами. Цены на щенков я сказала, про, скажем, карликовость я указала. Каждый сам должен делать для себя выводы и самостоятельно решать, что он хочет приобрести. Все контакты в описании под данным видео. Девочки у нас открыты для резерва. Кто-то уже готов к продаже и к переезду в новый дом. Мы находимся в Ленинградской области, в Лужском районе, 200 километров от Санкт-Петербурга. У нас есть доставка по России и Европе. Стоимость доставки компании Petstour узнавайте у менеджера компании Petstour. По Европе от 350 евро и дороже. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья, ненадолго. Юми, увидимся с вами в новых видео. Всем пока-пока и до новых встреч. Юми, ну ты покажись хоть немножко-то. Спрашивали же люди, как ты себя чувствуешь, как ты себя ведешь, как у тебя дела. Ну вот так у Юми. У Юми дел вагон, видите? Она там что-то все находит, ищет и...
смотрит, да, ей везде надо быть, это Юми, вот она, Юми. У Юми дела хорошо. У длинношерстных собачек шерсть взрослая вырастает. Ну, вы видели уже Нюшу нашу длинношерстную. Но после 6 начнет одеваться в нормальную взрослую шерсточку. А те маленькие пушистые ребятки, которых я вам показываю длинношерстных, в возрасте до 3 месяцев, пушистые комочки, это щенячий пух. Он потом вылезает, становится вот такая облезлая собачка, как Юми. А потом заново одевается уже во взрослую, лоснящуюся такую длинную шерстку. Все, ребят, всем пока-пока и до новых встреч.